Носовую часть К3 «Ленинский комсомол» перевезли по улицам Кронштадта. Это финальный отрезок пути до кластера острова Фортов. А уже днем ее соединили с кормовой частью в музее военно-морской славы. Уникальный инженерно-логистический проект по транспортировке атомохода из Снежногорска в Кронштадт длился больше года и теперь успешно завершен. Далее будет восстановлен легкий корпус в месте соединения носовой кормовой частей К3. Отреставрированы интерьеры и сформирована внутренняя экспозиция.